Приветствую всех на канале. Заказал я в Китае плату печатную для блока регулировок усилителя. Регулируется баланс, громкость, а также тембр высокой и низкой частоты с помощью чипа TA-7630. Это активный такой блок управления усилителем. Преимущество такого блока, вот посмотрите, вторая плата, это уже плата потенциометров. И тут видно, что потенциометры у нас будут обычные, однорядные, а не двухрядные, как на пассивных регуляторах делают. Значит, это двухрядные такие потенциометры на Алиэкспрессе довольно-таки трудно купить, потому что сколько я заказывал, гады посылают однорядные, да, у меня накопился однорядный огромное множество, вот, а с двухрядными, двойными потенциометрами проблема, поэтому вот это как раз выручалка, вот этот чип и плата, плата небольшая, в принципе, но это сделал отдельно, почему, потому что обычно, если мы в корпус ставим, то потенциометры идут отдельно, они соединяются шлейфом. Вот, поэтому так заранее уже подумал, что так будет рациональнее. Ну что ж, давайте спаяем схему. Все, собрал схему. Собирается это быстро, потому что печатная плата, тут ничего сложного нет. Часть деталей у нас диповские с выводами, а часть SMD. SMD у нас конденсаторы и резисторы. Также собрал плату для потенциометров, вот, тут вообще ничего сложного нету, несколько резисторов, ну и в основном разъемы. Разъемы почему? Потому что можно было прямо впаять потенциометры сюда, но как бы когда в корпус ставим, там важно еще и геометрию соблюсти. Вот они потенциометры, я их подготовил тоже, припаял все соединения. Каждый потенциометр можно на свое место, так как они номиналом одинаковые в принципе. Пока не важно куда. Вот так мы соединяем. А это уже к плате идет. Все собрал для тестирования. Здесь это у нас блок потенциометра. Всего 4 потенциометра. Громкость, тембр, и бас и баланс. Сигнал будем подавать с помощью MP3 самодельного такого плеера. Вот усилитель у нас тестовый, такой усилитель собирали. Все на 3D принтере и печатные платы сами паяли. Ну и, собственно говоря, наша плата. Вот она. Так что давайте включать все. Так, давайте пробовать регулировать. Сначала громкость. Вот, 0. Не слышно ничего. Это максимально. Теперь попробуем баланс. Так, одна колонка. Вторая колонка. Нормально работает. Бас попробуем. Низкие частоты, да. Здесь больше, здесь меньше, да. И высокие частоты. Срезали, подняли. Все отлично работает, как должно быть. В принципе, очень доволен. Конечно, это не хай-фай. Это предназначен был для автомобилей, так, где все трясет, шумит. И там особо качество так незаметно. Но если в домашних условиях, там нужно другое, конечно, решение для высококлассной аудиоаппаратуры. Этим я не занимаюсь, это сложная тема, отдельная тема. Вот. Но для игрушек, небольших таких усилков, поделушек, для утоления любопытства, вот это все пойдет, подходит. Спасибо всем за внимание, подписываемся на канал, будет много интересного. Пока!